твердолобый. У меня не минуты свободного времени. Мне нужно снимать лабораторные данные, потом сверять с таблицами, делать расчеты. Это интеллектуальная игра. Как раз для таких шибко умных, как ты. Да мне не до игр, мне работать надо. А, Лосяш! Молодец, что пришел. Четверым же гораздо интереснее играть. А, во что играть? Эрудики. Каждый берет по 7 фишечек. На фишечках буквы. Из букв на этом поле нужно составлять слова. А зачем еще цифры на фишечках? Цифры обозначают, сколько очков каждая буква стоит. Когда составляешь слова, очки суммируются. Кто в конце больше очков собрал, тот и выиграл. Понятно. А почему некоторые клетки разного цвета? На этих клетках очки удваиваются, а на этих утраиваются. Ну хорошо, но только одну партию, и вы меня пускаете. А кто ходит первым? У кого самое длинное слово? Ну, пожалуйста. Метанол. Укуда. Так-так. Ну что тут думать? У вас два замечательных слова. Опус и литр. Я думал, что может другая комбинация дала бы больше очков. Нет, я уже просчитал. Эти 22 очка максимум, что вы сможете выжить из данной ситуации. Эх, 22 очка. Это хорошо. А у меня слово «мир». Хорошее слово. Доброе. Но всего 5 очков. Не делайте «мир». Здесь сделайте простое слово «рама». А от него носенькое слово «фавн». Оно удвоится, и в сумме у вас будет 45 очков. Укуси меня, пчела! А что такое «фавн»? Есть такое слово. Редкое животное означает. Мне подсказывать не надо. Я пропускаю ход. Меня выкрыли. Нюх и хорда. Какая еще хорда? Ой, что такое? Здравствуйте. Прямая черта, соединяющая концы дуги. Я тоже мог бы использовать мои жаргонные словечки. Это не мое словечко. Это геометрический термин, известный любому школьнику. Да мы уж поняли, что ты тот самый умный. Какое бы мне здесь лучше слово составить? Слушай, играй сама. А что такого? Я все-таки дама. Хорошо. У нас тут дама. Она в юбках понимает лучше всех. Ты знаешь, что такое фижма? Ну как же? Нет. А ты, Копатыч? Не дай бог. Это старинное слово. Сейчас такое не носит. Довольно! Я тоже могу сказать, что хржашаштце старинное слово. Ты мне не веришь? Хватит выдумывать. Ты чего? Так хорошо играли. Кто играл?
Вы что ли? Он один здесь играл. Один за всех и сам с собою. Вот. Читайте. Фижма. Юбка с каркасом обычной скитового уса. Понятно? Дружище. Ну ладно, мы дураки. Но ты же умный. Чего ты так завелся? Надо было плюнуть на это дело с высоты своего разума. Я потратил весь день, чтобы найти этот словарь. И ничего не успел больше сделать сегодня. Я такой же дурак, как и вы. Только чуть-чуть эрудированный.